Всем привет! В Point Blank уже вовсю идет новый ивент «Буквенный бум», который продлится до 4 июня. В этом видео мы ответим на основные вопросы о правилах ивента, условиях получения наград, ну и, конечно же, о самих наградах тоже поговорим. Основная механика ивента заключается в следующем. Игрокам нужно собирать специальные предметы-буквы, каждая из которых символизирует свою призовую ветку. Чем больше вы их соберете, тем лучше будет для вас награда. Призовой фонд у ивента большой и щедрый, так что, чтобы не утомлять вас горой текста в видео, мы закинули детальное описание призового фонда в описание под видео. Где можно получить буквы? Тут у игроков несколько вариантов. Можно добыть буквы за время, проведенное в бою, от 20 до 100 минут. Можно за выполнение миссий или за ежедневный вход в игру. А также буквы будут доступны для покупки в магазине в специальных ивентовых коробках. Самое интересное – это награды. Всего есть три уровня наград. Чем выше уровень, тем лучше награды. Для букв S, R, M, Q, H, K условия следующие. Первый уровень – 20 штук, второй – 30 и третий – 40 штук. Но не все так просто. Если хочешь залутать более ценные девайсы, нужно будет особенно попотеть с самой редкой из букв – буквой U. У нее есть своя отдельная ветка наград, призы которой разблокируются в зависимости от собранного количества ушек. К примеру, для первого уровня тебе нужно 8 штук, для второго 14 и для третьего 18. Кстати, обязательно обрати внимание на еще два важных момента. Награды в одной призовой ветке не суммируются. За сбор каждой буквы одна награда. А еще игрокам, получившим блокировку за время проведения ивента, награды не будут начислены. Так что ведите себя хорошо. Вот, кажется, и все. Скорее заходи в бой, ведь каждая минута на счету. Лутай буквы и повышай шансы на топовый лут. Увидимся на полях сражений. Point Blank.